Брест – зеленая столица Беларуси, и это звание наш любимый город носит давно и по праву. И каждый год подтверждает этот статус. Но процесс создания комфортной и ухоженной среды для жизни определяют сами люди и их желание видеть наш город чистым и уютным. Таким человеком является управляющий коммунального унитарного предприятия Брестский городской ремонтно-строительный трест Андрей Коломеец. Так как мы являемся коммунальной собственностью, принадлежим городу, мы решили поддержать месячный по уборке и возле нашей территории. Это исплачивает коллектив в такой обстановке, и на благо города, и на благо предприятия тоже наведем порядок. Подготовимся к зиме, будем дальше готовиться, чтобы нарядить здесь у нас ель есть, которую тоже наряжаем праздничные дни перед Новым годом. Ну и, соответственно, будет уже и людям приятно, и самим приятно находиться вот в таких условиях. Месячник по благоустройству – дело интересное, когда совместное, даже если он проходит в пятницу после рабочего дня. Прекрасный день. Мы специально подобрали такой день под наш субботник. Я еще раз повторяю, что мы превратим наш город Брест в самый чистый город. Вы знаете, вот даже вот мы сейчас прибрались, я посмотрел кругом, ну, а гляньте, какие улыбки у людей. Улыбки, настоящие улыбки. Это очень хорошо, что наш управляющий объединяет, соединяет и направляет в нужное русло. Сегодня собрался ремстройтрест весь. Наши люди вообще приукрашают город, находясь на объектах. Тут можно увидеть много объектов, на которых трудятся. Ну и также наши сотрудники, инженера, решили поддержать рабочих тоже плодотворной работой руками своими. Ну и навести, опять же, повторюсь, порядок. Замечательно то, что в сегодняшний день, в честь месячника, мы можем выйти всем коллективом, позаботиться о территории, прилегающей к нашему предприятию, позаботиться, так сказать, о чистоте и красоте, потому что в осенний период, когда листьев падает много, городские службы не всегда справляются с таким количеством работы. Очень приятно им помочь, и приятно, когда каждый день проходишь мимо этой лужайки и видишь, какой порядок и чистота, созданная нашими руками, руками работников нашего предприятия. Последние осенние деньки, очень хорошо побыть на природе, мы очень рады, нам нравится. С хорошим настроением наводим порядок на территории нашей. Приятно будем готовиться, кстати, к Новому году. Тоже будем наводить красоту на нашей елке. Важно помнить, что благоустройство – это не только задача городских властей, это задача всего общества. Каждый из нас может сделать маленький, но важный вклад в улучшение нашего города. Не стоит ждать, когда кто-то другой сделает это за нас. Давайте возьмем ответственность на себя и начнем действовать прямо сейчас. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.